Итак, следующий обзор у меня это вино, понятно. Летом прошлого года мне было отправлено вина No Name, неизвестные, чьи они, я не знаю. Мне отправил Сергей Паркер, есть такой винный критик в России, но чьи они, я не знаю. Он покупает у разных гаражистов, и он решил отправить мне там. А то время сколько, 6 бутылок, 2 разбилось, одну я уже дегустировал, угадал сорт винограда Шираз, я угадал. Он подтвердил, что это да, так и есть. И вот только сейчас руки дошли до, спустя скоро как год будет, до следующей бутылки. Я его открыл, потому что мне нечего уже пить. Я вот мацу купил сегодня вечером, открыл его, пить невозможно. И вот вечером я выпил, ну не полбутылки, на двоих, вот полбутылки на двоих, да. Головоломка, загадка. Вот он должен определить по букве вот этой и написать в комментариях, чье это вино. Вот так вот была пробка забита внутрь. Кстати, здесь цвет такой приятный такой. Цвет насыщенный. Кстати, это вода водой, господи. Вот это. Я не знаю. Да я не хочу даже об этом. Но и это меня, честно говоря, не удивило. Надо выпить шмурдяка горячего, чтобы прогреть. Короче, я весь вечер пытался распознать. Опыт у меня, конечно, маленький, но я не знаю, что это за вино. Аромат слабый какой-то, такой слабый аромат, сложно. Букета нет. Есть какой-то легкий какой-то аромат, но что это за аромат, я не знаю. Он мне ничем не пахнет. В чем причина? Ну, цвет красивый. Да, мне цвет нравится. Вкус, приятный вкус. Но распознать сорт винограда, я уже думал поначалу там, может быть, Мерло, может быть. Где-то удаленно мне так оно дало Мерло, но нет, не оно. Я не знаю, правда. Ну, 100% не Каберне Совиньон. Этот еще темпранилью не перебил. Типа темпранилью. Весь вкус. Честно говоря, вино мне не очень заходит вот это. Оно какое-то такое размытое, нет вкуса какого-то такого яркого, ярко выраженного. Какое-то такое посредственное, на мой взгляд. Я не хочу никого обидеть, но это слабенькое вино. Что о нем сказать? Ну, нечего. Ну, цвет нравится мне. Да, видно, что это натуральное вино. Может быть, ну вряд ли оно на диких дрожжах сделано. Я думаю, что это не на диких дрожжах, что это на культурных. Правда, не знаю. Мне любопытно, что он скажет. Вернее, то, что напишет в комментариях. Он же знает, что это за вино. У него где-то должно было быть записано.
Но оно не испортилось. Год оно в холодильнике пролежало, никаких с ним проблем нет вообще. Мне версии даже нет. Я ломал голову, думал, может быть, Мерло пытался его ловить, потому что оно как-то такое оно. Для меня загадка, короче. Пусть пишет в комментариях. Так что у меня все.